Apple сотрудничает с LG ради гибкого iPhone. СМИ. Корпорация не стала работать с Samsung, опасаясь заимствования технических данных. Компания Apple начала сотрудничать с LG Display в рамках проекта по созданию гибкого iPhone, передает BGR. Американский технологический гигант не стал работать с Samsung, опасаясь возможного использования технических данных южнокорейским конкурентам. Известно, что в настоящее время Samsung работает над созданием собственного гибкого смартфона. По информации издания, LG Display создала специальную группу по выпуску сгибающихся LED-экранов для Apple. Что касается разработки других компонентов для смартфонов, то ими должна заняться LG и Notec. Анонимные источники заявляют, что старт производства гибких дисплеев для Apple в настоящее время намечен на 2020 год. При этом южнокорейская Samsung готовится представить собственный гибкий смартфон уже в будущем году. Ранее корреспондент Net сообщал, что гнущийся Samsung X выпустит лимитированным тиражом и предназначен он будет изначально только для рынка Южной Кореи. По материалам сайта newsgro.com.